Дамы и господа, здравствуйте! Сегодня я исполню для вас еще одно стихотворение Эдуарда Аркадьевича. Девушка, вспыхнув, читает письмо. Девушка смотрит пытливо в трюмо. Хочет найти и увидеть сама то, что увидел автор письма. Тонкие хвостики выцветших кос, глаз, небольших синева без огней. Где же червонное пламя волос, где две бездонные глубины морей? Где же классический профиль, когда здесь лишь кокетливо вздернутый нос, белая кожа? Но гляньте сюда, если он прав, то куда же когда спрятать веснушки? Вот в чем вопрос. Девушка снова читает письмо, снова с надеждою. Смотрит в трюмо, смотрит со скидками, смотрит пристрастно. Ищет старательно, но напрасно. Ясно, он просто над ней пошутил. Милая шутка, но кто разрешил? Девушка сдвинула брови, сейчас горькие слезы брызнут из глаз. Как объяснить ей, чудачке, что это вовсе не шутка, что хитрости нету, просто где вспыхнул сердечный накал, разом кончается, правда, зеркал. Просто весь мир озаряется там радужным, синим, зеленым. И лгут зеркала, не верь зеркалам, а верь лишь глазам влюбленным.